Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, я всех рад приветствовать в игрушечке Рогалия. Игрушка сделана двумя русскими разработчиками, очень детальная, глобальная и продуманная, прям настолько, что даже сам напугался, когда зашел. Я в интернете не нашел вообще практически никакой информации по этой игре, даже не знаю, насколько она сейчас актуальна, она онлайн, это выживалка. Но хочу в нее поиграть. Если вы играли, знаете и немножечко понимаете, о чем эта игра, пожалуйста, в комментариях направляйте, учите меня и давайте играть вместе. Мы появились на стартовой локации и будем потихоньку проходить. Каждая серия будет где-то около, наверное, 30 минут. Поехали, Платон. Для выживания в этих диких землях тебе необходимы инструменты, а чтобы их создать, нужны ресурсы. Собери 4 камня, 2 сучка и веточку. Так. Принимаем. Сорвать сук, ветку, так, с земли, понятно. Так. А у нас нигде, наверное, это не отображается, да? Так, береза, ветку. Рубить, так. Сорвать ветку. Ух ты, гляньте, как интересно. Но нигде не пишется ничего. Сорвать сук. Я почему-то нигде не могу свой. Нет, нигде не отображается, сколько я собрал. Ух ты. Так, давайте мы сделали. Так, инструменты. Закончить. Делаем рукоятку для ножа. Теперь сделай из суков палки, а из веток прутики. Ага, понятно. Тут надо запятую поставить. Из них сделаем рукоятку для ножа. Так, принимаем. Давайте крафт. Тут очень много крафта. Смотрите, сколько всего можно сделать. Это прям вот вообще, да? Так, обработка металла, рубка леса. Наверное, все не то. Не так мы это делаем. Сломать. Сломать, выбросить. Нет, не можем. Так, тогда смотрим еще раз, что нужно. Теперь сделай из сучков так палки, а из веток прутики. Из них сделаем рукоятку для ножа. Чтобы получить палку, кликни правой кнопкой мыши по сучку. Добудь там с любого реверсивный пункт сломать. Ага. Сломать. Три палки. Прутик. Чтобы получить прутик, кликните правой кнопкой мыши по ветке, добыто с любого дерева. Так, ага. Это у нас сучок, а вот это ветка. Давайте сломаем. 6-3. Так, палка. А почему 3? Количество 3 написано. 2. Ну, окей. Давайте еще сломаем. И вот это сломаем. Все. Все хватает. Закончить. У ножа должно быть острое лезвие. Попробую сделать его из острых камней. Так, камень, камень, камень. Как бы ничем не отличается. Выбросить, выбросить, выбросить. Так. По иконке острого камня или откройте меню крафта и найдите рецепт через поиск. Острый камень. Вот он как выглядит. Два камня. Так, ага. Создать. Еще создать. Опа. Два камня сделали. Принять. Так. Закончить. Отлично. Все необходимое осталось сделать сам нож. Каменный нож. Острый камень. Два. Одна палка. Один прутик. Получается ножичек. Давайте делаем. Отлично. Принять. Закончить. Так, хорошо, теперь возьми в руку нож и скрафти острую палку. Твое первое оружие, оно тебе понадобится позже. Так, надо, значит, сделать острую палку. Нож в руки взять. Это, наверное, так. Нет, надо в рюкзак, скорее всего, зайти. Экипировать. Вот, теперь прутик, палка. Выбросить информация. Нет. Крафты. Острая палка. Ух ты, тут, наверное, только вот так вот искать. Создать. Он даже что-то он рукой шевелит. Так,
Сделали, да? Принять, закончить. Ух ты, четвертый уровень. Так, теперь я научу тебя, как добывать еду и воду. Сорви кору с дерева, сделай кружку, затем наполни ее водой из источника. Не волнуйся, вода здесь чистая. Ага, отлично. Давайте, видите, уже деревья поменялись. Сорвать яблоко. Давайте сорвем яблоко. Два, три. Отлично. Так, содрать кору. Только одну, да, можем сделать. Информация. Для многих вещей, начиная от корзины, заканчивая бумагой. Подходим. Кружка. Надо две коры на кружку. Окей, давайте еще разочек. Это дерево не имеет коры. Ух ты. Она как-то визуально... Нет, оно не отличается визуально, видите? То есть сорвали и все. Давайте. Кора 2. Кора. Создать. Угу. Кружка из коры. Принять. Кружка из коры. А, и надо водой же ее наполнить. Ё-моё. Так. Прям ногами зашли в источник. Ё-моё, ёшкин кот. Так можно? Нет, так нельзя. Заполнить. Отлично. Теперь, думаю, все четко. Встаньте так. Воду и заполните. Пить по кружке увеличит вашу выносливость. Давайте пить. Проверяем. Вообще можно проверить вот здесь. Так, наверное, сумку. Сытость, усталость. Где у нас выносливость? Ничего не вижу. Выносливости не вижу. Ладненько. Все, так, заканчиваем. Самое время добыть еды и поесть. Нарви яблок с дерева. Будь внимателен, не переедай, иначе еда не принесет тебе витаминов, и ты станешь медленным. Если ты вдруг переел, туалет тут рядом, воспользуйся им, принять. Офигеть. Окей, давайте съедим. Сытость прибавилась, еще съедим. Еще. Так, закончить. Отлично. Вот ты готов к своему первому бою. Возьми в руку острую палку и ударь манекен. Окей, давайте возьмем. Экипировать. И будем бить вот на единичку. Щух, щух. Прикольно сделаны бои. Видите, да, вот как бы можно уворачиваться вот с этой линии. Прикольно. Мне нравится. Так, закончить. Ну вот и обучил тебя основам выживания в этих землях. Принять. Пора отправиться в город, там многие могут тебя чему-то научить. Можешь начать с банкира Скруджа. Закончить. Так. Угу. Вот мы тут выполнили достижение свое первое. Респаун. Так, я совершенно не знаю, что нужно делать. Вот тут еще есть какие-то люди, такие же новички, как мы. Это что такое? Почва какая-то. Подобрали. Мы как эти, все подбираем. Качество 11. Ну, давайте оставим себе. О, банк, банк, давайте квест. В этом мире все основано на деньгах. А деньги лучше не оставлять на дороге. Сейчас я научу тебя защищать свое имущество. Помимо того, что деньги можно хранить у меня в банке, стоит оберегать и свое имущество. Для этого существует... Клейм. Лицензия на клейм. Получить лицензию можно у Скруджа. Так, принять. Окей. Так, нет. Лицензию создать нельзя. А почему не могу закончить? Квест. Так, лицензия, да? Такого нигде нет. Создать мы тоже ее не можем. Требуется лицензия на клей. Воздушные походки. Получить можно у Скруджа пункт банк. А, так, все, пункт банк.
Пункт банк. Так. Получить клейм за 8 золота. А я даже не знаю, где показывается это золото. Но окей, давайте получим. Может быть, где-то у меня внутри. У меня не написано. А здесь. И тут ничего нету. Синоидальная защита. Шестой уровень. Хрен его знает. Ладно. Давайте к нему. Квест. Заканчиваем. Лицензия стоит денег, да, но клейм сможет защитить тебя, это главное. Ты можешь построить клейм в любом незанятом другим клеймами месте, а затем расширять его. Я так понимаю, это наше королевство будет. Ну или, то есть, замок. Не спеши, выбирай место с умом. Если ты захочешь перестать его или купить еще один, это будет стоить дополнительных денег. И построй рядом респаун, чтобы не потерять свой клейм и иметь возможность вернуться к нему. Принять. Кому сдавать Скрудж? Так. Банк. Я, кстати, так и не понял, где здесь у меня деньги, если честно. Что-то как-то реально непонятно, где мои деньги. Клеим. Так, а ну-ка, давайте еще раз. Биржа какая-то есть. Так, это совсем надо разбираться. То есть игра глобальная. Строим, да? Нам нужно построить. Я так понимаю, нужно сделать, ну, знаете где, чтобы была вода обязательно, какие-то портал. Квест у Платона надо пройти. Вот тут, по-моему, какой-то, а вот еще Платон стоит. Тебя интересуют порталы, я тебе расскажу о способах. Так, принять. Так, давайте-ка с ним принять. Вернуться домой по аватарке в левом верхнем углу. Ты можешь вернуться домой, то есть на свой респаун. Что-то непонятно. По аватарке я застрял. Вернуться домой, а ну-ка. О, как долго. Но я понял принцип. Вам нужно вернуться домой. Закончить. Городские респауны связаны с твоим респауном и наоборот. Ты можешь перемещаться через респаун, но главная его задача это возрождать тебя после смерти. Когда ты построишь свой респаун, ты заметишь, что он отличается от остальных. Вам нужно использовать респаун. Принять. Так, нужно использовать респаун. Ну, сколько всякой ерунды, честно скажу. Вот прям вообще. А ну-ка, давайте используем респаун. Даже долго, вот что-то он тут делает. Опа. Бежим сюда, к нему. Может быть, кому-то будет скучно вот это все смотреть, но, по крайней мере, мои видео будут одни, которые из первых на русском языке, где можно как-то более-менее понять, в чем суть игры и вообще, как тут что устроено. Свитки телепортации позволяют вернуться домой. Так, уголков мира. Принять, закончить. Спасибо тебе большое. Надо теперь уйти. Портал. Нет. Куда он перемещает? Во, он меня куда-то переместил. Какие-то красные точки есть, курицы. Нам нужно найти воду с вами. Обязательно нужно рядом с водой селиться. Я так понимаю. Потому что рядом должен быть источник воды. Я могу быть, конечно, неправ, но... Бабочка. Во, отлично, вода здесь есть. То есть мы, в принципе, будем недалеко. Деревья, я не знаю, исчезают здесь или нет, если их рубить. Давайте вот здесь, на чистом участочке, и построим наш вот этот клейм, или как он тут... Это кто такой? Медведь. Я думаю, к нему идти не стоит. Что это за почва? Саженец льна. Так, собрать информация, разрушить. Почему всегда все надо разрушать? Давайте-ка построим свой клейм. Так. Кот-головорез, ух, ё-моё.
А ну-ка разобрать. Вы должны быть возле круга, чтобы разбирать что-то. А как им воспользоваться, ребят? Навыки. А ну-ка. Выбросить. Лицензия на клеем. Информация, давайте. Лицензия дающая возможность установить личный клейм на любой свободной территории, объявив ее своей. Так, а почему я ее не могу установить? Да, или как правильно сказать? А ну-ка, давайте вот опять. Правая кнопка мыши. Нет, да? Так, ребята, разобрался, смотрите. Чтобы нам это построить, нам надо вот клеем. Вот он вот так вот выглядит, такой обелиск красивый. Вот лицензия, его можно установить. Смотрите, строить. И вот это будет наша с вами территория. Мне, в принципе, нравится, что она такая большая. Но тут кот-головорез. И мне это как-то страшно, что он тут. Поэтому давайте, наверное, построим где-то вот здесь. Вот так вот. Вот это будет моя территория. Ее там написано, можно расширять. Пока сделаем так. Смотрите, перенести ингредиенты сюда. Авто. То есть нам нужно перенести лицензию. А ну-ка, строить. О, все. Готово, клеим. Это моя территория теперь. И теперь респаун. Вот респаун, я, наверное, зря разрушим его. Так, и построим его. И построим его где-нибудь вот возле клеем. Клейма или клейма. Так, вот так строить. 10 камня надо вот где-то вот здесь. Нельзя построить здесь. Почему? Из-за чего? Во, вот тут можно. Теперь надо камень. Давайте-ка мы сейчас его возьмем. Ага, у нас его нету. Надо сначала собрать 10 штук нужно камня. Тушка курицы. Опа. А почему она откинулась? Камень, все будем собирать. Булыжник. Булыжник взять не можем. Поднять, отколоть, раздробить. А ну-ка, отколоть. Нужно держать в руках кирку. Так, он еще кот. Наркот. Не, не будем трогать котов-наркотов. Так, а как нам сделать кирка? Кирку, точнее. Давайте скрафтим. Кир. Так. Каменная кирка. Нам нужно сделать палку, острый камень. Чтобы, кликните правой кнопкой мыши по сучку. Так, ну все понятно. Это стандарт у нас. Так, где у нас ветка? Сломать. Давайте сломать. Их нельзя соединять? Нет, нельзя. Сломать. Тыкс. Так, сорвать сук. Сук, сук. Сук. Так, сломать. Вот, отлично. И у нас сумочка, походу, наша забита. Острый камень, надо два штуки. Острый камень. Хорошо, хоть вот так вот можно переключаться. Вот реально, вот спасибо огромное, кто это сделал. Назад. А надо два острых камня. Так. Нужно, значит, еще собрать. Почему пишут количество 6, да? Но никак не 6. И куда он добавился? Но я его подобрал, видите, а куда он пропал? И сумка не перекручивается. 3. Теперь, я думаю, можно сделать. Да, все, мы можем сделать. Давайте создадим. Отлично. Экипировать. У нас опять новый уровень. Мы можем на пробел. Нет, да? Отколоть. Давайте посмотрим, что мы сможем отколоть. Так, мы откололи с вами. Так, 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 медведь, 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 медведь. Я думаю, он меня убьет. Не стоит. Не стоит с ним, так сказать, выделываться. А можно несколько задач задавать?
Количество 6. Непонятно, если честно. Не прибавляется, да, ничего? Вот 5. Мой какой-то навык увеличился. Ну, я так понимаю, навык. Камень, камень, камень. Все камень. Да, видите, можно, короче, я так понимаю, несколько раз нажать, и он будет вот так вот. Навык обработка камня увеличился. Но я как бы ничего такого не добыл особенного. Так, на Shift нажимаю, видно, что какой левел. 36 уровень, он молоко пьет. Прикольно. Так. Сюда нужно положить нам камень. Давайте покладем сюда. Один. Два. Ё-моё! Так по одному всего лишь он. Что будет, если раздробить? Вы слишком слабы. Отколоть тогда. Тогда будем откалывать. Но медведя мы не убьем. Медведь сильно крутой. Прям очень крутой. Так, ну получается. Получается, что нам нужно камней больше. Маленький мешочек. Открыть. Что тут есть? А, вот видите, он в мешочек положил. Сильвер. Это, наверное, деньги, да? Один голд. Это мои деньги. В мешке хранятся деньги, хранятся камни. Можно, короче, может быть, в мешке. А так ложить нельзя. Только, наверное, перетаскивать можно, да? Наверное, да. А на Shift? Нет, на Ctrl. Положилось на Ctrl 7. Да, вот на Ctrl можно ложить. Отлично. Уже плюс. Значит, в маленьком мешочке пусть хранятся деньги и золото. Не будем мы, как бы, ничего туда. Но если он только сам не закинет ничего, тогда да. Так, вот я тут что-то в чат. А, можно даже в чат шифтовать вот эту всю ерунду. Так, угу. Нам это не нужно, нам нужны камни. Он опять сюда кладет. Нет, не кладет. И еще вот он добывает, он, я так понимаю, добывает, пока не закончится место. Как только закончится место, он добывать перестанет. Но нам нужно всего лишь 3 камня, поэтому хватит добывать. Давайте быстренько на Ctrl закидываем и строить. Все. Навык выживания увеличился, то увеличилось, все увеличилось. Замечательно. Респаун. Телепортироваться, информация, переместиться. Нам, в принципе, это ничего пока что не нужно. Наклеим. Управление клеймом. Расширить. Так. Расширение территории автоматически списывает оплату со счета в банке. Оплаченный срок аренды можно посмотреть в банке. Тем же и проплатить аренду на срок от недели до 3 месяцев. Ух ты. Короче, мы еще, так понимаю, за территорию должны платить. Прям как в России, ё-моё. Ну, в принципе, неудивительно. Игру создавали русские разработчики. Так, это просто трон для того, кто попал в условия выживания, это источник волокон, с которых можно сплести веревку. С травы. Можно сплести веревку. Отлично. Так. Сорвать яблоко давайте еще поедим. Съесть. Съесть. Открыть мешок. Немножко повысим. Что мы можем еще скрафтить? Давайте глянем. Горное дело. Так, портяжная. Льняная тряпка, мантия, нитки. Так, пуговицы, фермерские ботинки, рыболовство. Так, вот у нас есть рубка леса, ограждение, веточный столб, не знаю зачем нужно, деревянный пол, ворота, плетеный забор.
Неплохая тема, еще бы медведя. О, медведь отсюда свалил. Я думаю, надо облагоустроить вот эту вот всю нашу территорию забором и всем-всем-всем остальным. То есть нам нужны 12 прутики, прутики, палки. Так, ну давайте сделаем прутики и палки. А ну-ка собрать все, что это нам даст. Что он собрал? Блин, мешочек неудобно, если честно. И друг в друга нельзя. Количество 6, количество 1. Но как-то странно, да, вот эти вот все надписи. И в принципе они как бы по сути дела, они реально одни. Не знаю, зачем вообще это пишется. Вот правда, вот прям вот не знаю. Строить. Давайте. Так, а как его повернуть? О! Строй, братан. Прутик 12, палка 4. А ну-ка, на, давайте, Ctrl. 1, 1, 1, 1. Не, так мы загнемся. Нам нужна с вами сумка. Какая-нибудь. У нас кожаная сумка. Давайте посмотрим, что можно сделать больше. Сумка мусор какая-то. Под мусор. Сумка шахмат. Прочность 50. Объем 10. Сумка под мусор. Контейнер. Тканевая сумка, сумка под уголь, кожаная сумка. Объем 126, большая кожаная сумка 300. Сумка из кожи дракона. Ух, ё-моё, ребятки. Ну это, конечно, нам не по карману. Навык обработки кожи 20. Черт, ребята. Черт. Сумка для шахмат. На портняжное дело. 12. Мы даже не сможем вот такую вот самую обычную сделать сумку. Мешочек, нитки. Короче, даже самое-самое такое лошарное не сможем сделать. Да, тяжело, тяжело реально, ребят. Пока тут во всем этом разберешься, можно охренеть. И плюс еще с такой маленькой сумкой. Но это, конечно, а ну-ка, по навыку. Бочка. В больших объемах воды. Так, ведро. Так. Колодец. Лопата. Очень долго, но не менее лучше такой. Так. Деревянный стул. Так, понятно. Деревянный щит. Дубильный таз. Деревянный таз лучше для отмачивания в нем кожи льна, либо чего еще для отмачивания. Растянутая сухая шкура зверя, побывав в этом тазу, станет замечательно мягкой кожей, готовой для изготовления чего-либо. Ух, ребятки, конечно, тут мы с вами будем очень долго разбираться во всем этом. Медная кирка. Вот, короче, тут что только... Обработка камня. Рубка леса. Ну, вот это понятно, тут ограждение. Вот это то, что мы сейчас с вами смотрели. Что вот это все строить. Механика, рыболовство, алхимия. Бумагу вот можно создать. Выживание, веревка, корзина из коры. Из дешевых ресурсов костер. Приготовить немного еды, но лишь подкинуть немного горючего и материалов. Так, понятно. Костяная пила. Вгрызается в дерево, как зубы в сырую плоть. Интересно написано. Трудно, долго и неаккуратно. Так, ребятки, ну ладно, я на этом закончу нашу с вами серию. Всем огромное спасибо, кто со мной был. Пишите комментарии. Говорите, что, как, зачем и почему. А я...
Еще немножечко поиграю и потом, возможно, запилю еще одну серию. Всем спасибо и до скорых встреч.